Да, по-моему, это были 2000-е годы все-таки, когда выбор-то был аптечный невелик. В основном, чем пользовалась? Эвкалипт. То есть он всегда продавался в аптеке. Не очень приятный по запаху, но самый-самый такой, скажем, доступный и по цене, по всему. Вот у тебя странный вопрос. Ты понимаешь, в чем дело? Нельзя сказать, что виноват тот или иной. Тот или иной плохой. Это все как электронный персонаж. Они действуют по инерции, нажаты кем-то кнопки. То есть они просто персонаж, который выполняет заданное движение. Им самим-то это. Ну вот ты вот в игре играешь, ты нажимаешь, там, задаешь ход, неважно какой, самому персонажу. Ты можешь передумать, поэтому это все. Здесь нет однозначно кого-то. Здесь вопрос, кто за всем этим? Намного, наверное, интереснее. Так что вот. Так вот, если задуматься, а чё стрелки переводить все на одного человека или на двоих, или на троих, это все большая игра, но она не их.